Учитывая, что у вас все-таки приступы стенокардии, когда особенно неприятно за грудиной бывает, жмет, давит и в плечо, и то надо вам постоянно попринимать. Пенсионерка Нина Пивова теперь частый посетитель кардиолога. И эту акцию решила не пропускать. Здоровье надо беречь. Стараюсь вести здоровый образ жизни. Летом на даче. Не усердствую, конечно, но работаю по мере возможностей. Как там соблюдаю режим, который мне прописал врач. Сердечно-сосудистые заболевания на данный момент являются главной причиной смерти в мире. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Для того, чтобы люди ценили свое здоровье и организованное мероприятие «Спасибо сердце». Несколько этапов этой акции. В частности, измерение роста и веса, измерение артериального давления, затем будет снята электрокардиограмма, после всего пациенты могут получить консультацию врача-кардиолога. Сегодня были осмотрены несколько десятков горожан. Всем им дана профессиональная консультация специалистов. Но главное, чтобы люди помнили, проверять работу сердца необходимо минимум 2 раза в год. Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание к тому, что заболевание сердечно-сосудистой системы есть. Зачастую пациент об этом не знает или старается не слышать свои проблемы. И таким образом, когда они приходят к нам, то зачастую бывает уже сложно принять все меры для того, чтобы пациент был здоровым. Природа позаботилась о долголетии нашего организма. Она наделила сердце запасом мощности, которого хватило бы на 150 лет полноценной жизни. Но люди не слишком бережно относятся к главной человеческой мышце. Значительно ее ослабляют наши вредные привычки, неправильное питание и физическая инертность. Обычно заботиться о себе мы начинаем лишь в пожилом возрасте.